Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, ну что, ты у меня готов? Нет, не готов. Он сказал, балалайку тебе, Рэй. Я буду дальше пыхтеть тут отдыхать. Ладно, пускай отдыхает здесь у нас. Ну неужели? Бакулит созрел. А, это аммонит, извиняюсь, ребята, это аммонит. Конечно же. Так, ну что, мы его прокачаем, потом, естественно, мы его будем скрещивать. Это само собой. Так, там, я смотрю, у нас код 19 горит, как всегда. Что у нас по еде? Где хавчик? Я не вижу. Так, Оуэн, сходи там, разберись, в чем проблема. Я не понял, я что, хавчик не заказывал себе, что ли? Да ладно, быть не может такого. Рэй, ты серьезно забыл хавчик поставить? Да где он вообще стоит-то, этот? Твою налево, вот ищешь этот. Вот он. Давай здесь заберем. Купили, да, мы с тобой. Завершить ежедневное задание, использовать ускорение. Так, открыть карточки, сделку. Что у нас там по сделке? Очки доверия. Кстати, друзья мои, 10 тысяч, сейчас будем открывать чистое золото. 17 баксов не нужно. Так, гейзер на монетки. Дынка на очки доверий. Баксы на очки доверий. Чё, давайте посерьезнее. Очки доверий, фонтан, океан. Чё себе. 3600. Блин, я даже не знаю, ребят, очки доверий. Конечно, я тратить не буду их. Давай вот так вот. Нет, подожди. Вот, вот так вот сделаем. Просто завершим с тобой сделку, чтобы она у нас была отмеченной. Как-то так. А теперь, друзья мои, чистое золото. Давайте глянем, что же нам отсюда выпадет. Кто там? Ух ты, тилозавр, друзья мои. Ух. Да еще и классно выпал тот, который мне нужен, прикинь. Тилозавр. Так, так, так. Что у нас тут? Это мы забираем. Так, и теперь давай-ка выводить. Выводить этого тилозавра. Слушай, ну это круто. Так, давай все существа. Легенды. Где у нас легенды? Легенды, легенды. Ну вот, так сделаем. Да, слушай, он всего 6 часов будет выводиться. Я думал, там 6 дней. Нет, все очень довольно быстро, но это круто. Это всегда, ребят, хорошо, когда быстренько все это выводится. Так, деньжатки, опа. Да неужели, друзья мои, мы получаем с вами 51 уровень. Полет на дирижабле штурман и расширение территории. Плюс пак. И еще 15 очков доверия. Шикарно. Базара нет. Так, здесь тоже завершаем. Малька тут соберем с тобой. Да что-то я хочу деньги забрать. Как-то так. И сразу же ставим. Подожди, а ведь бесплатно должно быть, по-моему, нет? Так, ну что, пойдем, наверное, быстренько с тобой пробежимся по схватке. 3330 ДНК на дороге не валяется, согласись. Афиакадон, микарпозавр и ионозавр. Ой, я вас умоляю, ребят. Это просто смех на палке. Естественно, здесь мы берем с тобой диплотатора против микропозавра. Я думаю, достаточно будет скафагната. А против умнозавра мы возьмем с тобой, ну, даже можно, в принципе, спинозавра. Хотя я возьму, наверное, лучше тиранозавра. Поехали. 51 уровень схватки мы с тобой обязаны пройти, и мы ее пройдем. Так, этого хлопчика мы сразу убираем с пути. Как-то вот так вот. Выходит у нас микропозавр. Оу, 347 к атаке. Слушай, это хорошо, он сейчас меня вырубит, я тебе скажу. Да? Он меня вырубит, но скафагнат вылетает к нам на помощь. Сколько у него там по атаке? 381. Блин, не хватит, конечно. Ну да ладно, главное ударить хорошо. На тебе. Если он сейчас вызовет уинозавра, вот этого. А он его вызовет, да? Тиранозавра, я думаю, с ним разберется. Ведь разберешься же, парень? Или как?
Давай-ка я пока потерплю. Пускай меняется. Вот ты, парень, и попался. Раз, два, три. Он же все... А, нет, он не все слил, ребята. Интересно. Он не все слил. Так, что он будет? Он сейчас поменяется, ведь так? Так. Что ты будешь делать? Ну все, этому шитику крышка. Раз, два. Раз, два, три. В топку его. Единственное, что этот взял очко. Так, 4 и плюс 1, 5. Да, получается 5. А, 4. Блин, все равно нам крышка, да? Че, он ничего не стал делать? Да быть такого не может. Ну-ка. Все. Профукал ты свое счастье, парень. Профукал, мог бы звездануть, и все, и нам бы была бы крышечка. Но не судьба, ребята. Так что ДНК мы с тобой забираем. Упс. Так, это что у нас? Это у нас события новые. Так, вместе с приливом, землетрясение, битва за выживание, ярость мод 2. Ничего себе тут надавали. А ярость мод 2 это кто? Велоцираптор тут разыгрывается. А тут Капразух. А здесь? Я думаю, стоит, ребята, поиграть с приливом, да? Поехали. Плезиозавр однозначно. О, один плезиозавр против всех. Надо выручать братишку. Берем вот так. И возьмем, наверное, Зуходуса, что ли, взять. Получается, надо. Вот так вот придется нам, друзья, бомбиться. Атакуем первый мы. Поехали. Сразу плеуху. Декадермия этой. Естественно, ему нет смысла меняться. Это у него самый топовый. Естественно, он бомбит. Ну что, еще, наверное. Ну да, две плюшки. Наверняка защиту взял. Отлично. Дальше идет Дунклястей, верно? Так его, по-моему, величать. Да-да, вот он. Со своими 148 атаками. Ты глянь-ка. Ты не побоялся же, а? Все слить. Ну и иди тогда ко дну, партизан ты несчастный. И выходит Ризот. Это последний, да, у них? Ну, Ризот, естественно, нас бомбанет. Ну, а потом Мартакон, конечно же, потопит этого Ризота. Ну, этот не кисло тут один поборолся. Нормально, хвалю. Ну что, Артакон, давай-ка мы его, наверное, отправим на дно кормить рыбок. Засиделся этот парень здесь. Все. Нет Ризота. И это круто. Так, ну что, мы с тобой первый поединок сделали. Переходим плавненько на второй. На втором нас встречает Ксенотодон, Платозавр и Дунклястей. Ну что же, против этого мы возьмем с тобой Архелона. Так, здесь, наверное, тоже придется. Или как лучше нам сделать? Ну, давай Рамлезавра возьму. А против Дунклястея можно взять... Не знаю, Банана Гномиуса можно взять, в принципе, да? Почему я Кранозавра сегодня не прокачаю никак? Ладно, возьмем с тобой Банана Гномиуса. Так уж и быть. Все, поехали. 350 сразу к атаке. Мы можем, в принципе, неплохо сейчас звездануть. Половину здоровья просто вырубить ему. Сейчас посмотрим. Дунклястей будет брать, скорее всего, да? Нет. Вот это фокусы. Ладно. А если я вот так вот сделаю тебе, парень? Что ты на это скажешь? Платозавр. Чем-то на дельфина похож. Так.
Почему-то я не удив... Ох, у него 1325 хп, оказывается. А ну-ка, давай-ка влупим ему хорошечно. Все, пошел кормить рыбок. Дум Клестей. Наверное, сейчас пропишет мне две атаки. Скорее всего, да? Три даже. Три атаки прописывает. Ну что, Архилончик, ты готов поработать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай я вот так вот сделаю. Все. Дун Клестей, до свидания. Потратил три очка действия на атаку. Банан Агномис его просто сейчас сотрет в порошок. Просто сотрет в порошок. Дзжж, делает свою бочку. На-ка. Все, Дун Клестей. Доигрался. Переходим на последний бой. Здесь Артакантус хорошо пойдет. Ксинтодон, против него такого возьмем. Но я могу, в принципе, вернуть Архилона. Ценник позволяет. И против Ризода взять Плезиозавра. Нормально, нормально. Я думаю, этой командой мы с тобой здесь справимся. Смотри, опять же, чуть-чуть нам не хватает его заглушить, этого кронозавра, к сожалению. Вообще малька не хватает. Всего лишь 10 единиц урона. Немножко обидно как-то, да? Ну, мне кажется, естественно, он будет сейчас меняться. Смысл ему бомбить по мне. Вот это другой разговор взял, да? И атакует еще. Ну что, против него у нас кто? Архилончик работает неплохо, да? Да? А две атаки у тебя есть, Архилон? Нету пока, к сожалению. Ладно, потерпим. Потерпим, посмотрим. Меняет опять. Ризода взял. Угу. Нам, наверное, вот этого надо брать тогда уж, получается. Так, и вот так. Посмотрим, кто кого, как говорится. Ну что, Ризод? Ты сам напросился. Ты сам напросился. Он все слил. Все же слил, по-моему, да? По-моему, да. Тыч. Поплыл ко дну. 785 у кронозавра. Ух, это серьезно, ребята. Заявочка, так. У него 2 очка действия в запасе было, поэтому мне придется 3 потратить. И вот так. Даже немножко переборщил. Ладно, ничего страшного. Главное, что он на Архилона пойдет. Остальное все. Поэтому придется потратить 2 атаки. Но это как минимум. Все, его вообще все сливает. Вот дурачина. Ну что ж, раз слил Архилон, давай. Давай его ушатывать. По полной программе тогда. 6 очков действий, поехали. Бамс. Ну вот, это событие мы с тобой прошли. Прошли, причем очень круто. Давай посмотрим, может быть что-нибудь все-таки хорошее нам выпадет. Элосмозавр. Да. Не очень я, честно говоря, рад. Я рассчитывал на какую-нибудь легенду. Ну, хотелось бы мне, конечно, получить легенду, но... У игры по этому поводу, да, свои планы. Ладно, ребята, двигаемся дальше. И у нас... землетрясение. Я не знаю, стоит ли его вообще проходить. Может быть, нам за хавчик подраться? А ярость мод, это что такое у нас? Тут сколько там, 3 поединка? Да, тут, смотри-ка, аллозавр. Ну, даже если мы с тобой... Подожди, сейчас гляну. 4 поединка, это много. Ладно, давай землетрясение. Ну, дагозавр, что, серьезно, что ли? А, тут вон как делается. Блин,
Ну, Таникалагрюса возьмем тогда уж. Против Нундагазаура-то. А как иначе-то? Бонус. Сейчас пропишет-то, хорошо. Ага. Раз, два, раз. Ну вот и пока. Вот и до свидания. Все, друзья мои. 4 атаки нам за глаза. Так что... А он даже ничего не стал делать. Ну, как-то так, первый поединок довольно неплохо. Таникалагрюс, как всегда, на высоте, не подвел меня. Все отлично. Так, давай дальше. Кулазух и Нундазух. Кулазух и Нундазух. Вот так вот все просто и легко. Я возьму Метрия Кантазавра и Алангазавра. Там сколько? Три поединка же, да, надо выиграть? Тут, конечно, напряжно. Вот, вот против этого напряжно, против Кулазуха. Тут... Да, друзья. Надо, чтобы он кололся, желательно быстрее. Чего? Да. Нормально, я тебе скажу, прописал. 200, 200, 200. Давай влупим по полной. Вырубим же мы его, да? По идее, да. Так, и этот еще, 35-го. О, 200, 200, 200. 600. Да, нам крышка, ребят. Твою налево, блин, а. Так, ладно. Пойдем тогда. Пойдем тогда по-жесткому. Раз, два. Да и все, в принципе. Давай посмотрим. Ну что? Как 1500 увидел хп, сразу обделался, малька, да? Конечно, обделался. Че, не вижу, что ли, он там потекло. Сейчас, ребят, сейчас мы с него шкуру сорвем. Поверь мне. Давай, давай, давай. Выеживайся. Все? Погнали. Отлично, пробивной. На-ка тебе. Ты думаешь, тебе поможет вот этот твой Нундазух? Вообще не поможет. О, тем более он все сливает. Все, ребята, Таникалагрюс сейчас его разорвет. Просто, знаешь, даже не поморщится. Вот так это будет все примерно выглядеть. Красиво? Конечно, красиво. Но у нас еще один поединок. Поэтому придется откаты делать. Как ни крути. Чтобы нам его пройти. Это делается вот так вот. 62, 62 и 95. Ну, на что не пойдешь, а ради того, чтобы пройти события. Че там кряхтишь по стазух, я не понял. Сейчас ведь влупим тебе по полной программе. Он ничего не стал делать. Проверка на вшивость. Не прошел. До свидания. Так, ну, Дагозавр. 3 очка 10. Ну, давай посмотрим, что ты будешь тут делать. Спасибо, до свидания. Тоже в топку. А, нет, еще поживет малька. Хотя нет, в топку все-таки, да? Ну что, Пастазу? Да, ты ушатаешь, конечно, не спорю. Мне Раджастегу, но... Тони, Тони, давай выходи, родной. Пора немножко тут порядок навести. А то какие-то бродят здесь непонятные существа. Отлично, друзья. Ну, как-то так.
Как-то так. Ух ты, 850 ДНК, 200 баксов. Я почти все деньги отбил, ребят, что потратил. Да еще и в плюсе. Получил много ДНК. И очки доверия еще заработал. Нормально. Так, ну что, за хавчик пойдем помашемся теперь, да? Тодзи плюс Лимна. Тодзи плюс Лимна. Здесь делается все элементарно. Берем с тобой, наверное, Гуанлун. И против этого возьмем Пеликанептериса. Не хочу я взять. Я, наверное, возьму Аргентинозавра. Не, даже Бонитозавра возьмем. В принципе, эта команда должна тут разрулить сполна. Сразу берем бонус. Сразу же, ребят. Если он поменяется на Лимну. А он поменяется, скорее всего. Нет? Странный малый не стал меняться. Хорошо, хорошо. Проверка. Ну что, будешь ушатывать? По идее, должен. Да, ребята, сливает все. А это говорит только об одном. Что Гуанлун сейчас будет рвать. Ему понадобится раз-два, раз-два, раз. Покеда. Сколько у Лимны? 266. Ой, а у нас 40. У нас 40 всего лишь. Ёлок-макарёк. У нас всего лишь 40. Как так-то? 40 на 5, 200. Я надеюсь, ребята, что мы его... А, нам не хватит, там 250, да? Нет, вырубили. Фью. Что-то я увидел, там 250 вроде бы показывалось. Ну, хорошо. Так, Ютараптор Пеликанимим. Здесь возьмем Лимну. А вот против Пеликанимима взять надо будет Бонитозавра. Погнали, что ли? Поставим блок. Мне кажется, он возьмет сейчас Пеликанимима этого. А что испугался? Это же... Хотя ладно. Хотя ладно. Давай так попробуем. Каждый остался при своих, да? Нет, все-таки он рискнул. Это зря он, конечно, рискнул. Почему? Потому что сейчас мы 68, 68. Что-то как-то дофига получается. Давай, наверное, сделаем вот так вот все-таки. Раз. Раз-два. Меняется, ребят, конечно же меняется. Ну, 3-4, понятное дело, мы с собой не будем бомбить. Сколько он там сделал? Одну атаку, да? Одну атаку, 2 очка бонусов он оставил себе. 3-4. Вот так я сделаю. Отлично. В минус. Так, вышел. Ему надо потратить 2. А он 3 атаки. Все, ребята, Бонитозавр, по идее, должен его завалить. По логике вещей. Но это не точно. А нет, точно. Все. Ну что, переходим на последний бой. На последний бой. Так, Лимна. Это у нас Пеликанептерикс. А против Манингозавра мы возьмем вот так вот. Ну что, пойдем поборемся. Да здесь одного Лимны достаточно, ребят. Ой, Пеликанептерикса. Просто сейчас этого чпок. Ну и что сделает Манингозавр? Вышел тут 86 атаки.
запарится пробивать меня просто-напросто. А мне достаточно одной атаки и все. Вот он себе и подписал смертный приговор сейчас в данный момент. Одной атаки. А мы две. Вот и все. Нам нужна еда. Нам нужно много еды на самом деле, потому что затраты колоссальные. Даже не оправдывает вот это вот хавчик, который мы с тобой приобретаем. Потому что мы с тобой прокачиваем спинозавра. Нам для чего нужно его прокачать, ребята? Чтобы сделать из него гибрид. Так, я так припарюсь, наверное, его искать. Сейчас, секундочку. Проще, наверное, вот так вот его найти. Так, спинозавр, да? Вот он. Вот он, друзья мои. Блин, как ты дорого стоишь, а? Да, друзья мои, офигеть, как он дорого стоит. Именно в плане прокачки, я прям не знаю. Собрать моды. Пойдем-ка моды, наверное, поищем. Тут я могу только за деньги себе позволить. А где мне еще столько еды-то найти, а? Скажи-ка мне на милость. Устрашение. Давай дальше. Вообще, ребята, обсохли. Ни денег, ни еды. Хоть стой, хоть падай. Увеличивает урон на 15%. Вообще не знаю, что делать. Давай за деньги, за 30 долларов хотя бы. Это супер редкие моды. Увеличивает запас ОЗ, так, на 100% и показатель атаки на 50%. Вот это круто. Это действительно крутой мод выпал. Так, смотрим, что у нас еще с тобой осталось. Осталось у нас вот это вот, ярость мод. Ну, вряд ли, ребята, конечно же. Я могу попытаться попробовать. Возьмем так. Против шунозавра мы возьмем. А, тут нету, не понял. Так, ну ладно, стигоцератопса возьму и... Пам-пам-пам-пам. Против микропозавра я возьму, наверное, эдиоморфодона. Ну что, поехали, будем сейчас смотреть, что у нас из этого всего получится. Так, аллозавр психует, что-то непонятно, что он там психует. Начнем. Так. Что-то я что-то не понял, ребята, это что? 223 уровень, аллозавр? Это что за монстры такие? 54 уровень. Это баг, что ли, какой-то, или что? Или так и должно быть? Что-то я не пойму. Что за фокус это? Особенно вот это, 223 уровень. Так, опять меняется. Берет он аллозавра. Нет, парнишка, тут уж ты извини. 400-400. Ну что, аллозавра мы, наверное, с тобой сейчас и уничтожим. Блин, он все на шунозавра перекинул. Шунозавр, у него получается сколько? Плюс... А, нисколько, так не хватит ему пробить нас. Конечно, не хватит. Раз-два, раз. Не, шунозавр, извини, даже это тебе не поможет. Даже твои 6 атак тебе... Ну, вот, вот здесь, да, это уже другой разговор. Тут ты, конечно, молодец, красавчик. Но эдиоморфодон сейчас тебе такой трепки задаст. Такой сейчас он тебе трепки задаст, а? Если ты только знал. И вот так вот. На-ка тебе пошиячину. Ну что ж, шунозавр, опять сколько там у тебя? Не хватит. 200, 200, 200. Не, не хватит, ребята. Что, пора его атаковать?
Goodbye. По красоте. Я лично доволен. Так, это был первый поединок. Еще три впереди. Смотрим. Пеликанимим, Топиозавр и Раджастега. Да, тут уже серьезный враг. Пеликанимим, кого нам взять против тебя, а? Ну, здесь можно взять Верхозавра против Топиелозавра. Даже я не знаю, кого взять против, против него. Против Топиелозавра. Погоди, Пеликанимим, это же у нас трава. Ё-моё, я немножко не так сделал. Хотя смысл, да? Ладно, пускай остается. Против этого мы возьмем, наверное, вот так. А, я же могу эти взять. Тьфу ты. Тогда все другое, все меняется, ребята. Все абсолютно меняется. Раз, два. Так, подожди. Так и вот так. Все, вопрос исчерпан, я надеюсь. Таникалагрусы просто у нас отыграны были. Они лежали, ну ты сам видел, где они лежали. В отстойнике. Поэтому мне пришлось их восстановить. Такая музыка победная шла. Бум, по морде получил сразу. Тишина. Пеликанимим, иди отсюда, не позорься. Все. Вот, вот это вот. Да, это враг посерьезнее будет. Даже не знаю, что и сделать-то. Да, ну вот так. Неужели влупит по полной программе, а? Блин. 13 уровня Раджастега. Опасный тип, ну согласись, опасный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я даже не знаю, что мне делать. Поехали, короче, вот так вот. Оу, да ладно. Неожиданно, ребята, для меня. Ну, 4 очка он, конечно, перекидывает на Топиелозавра. А это очень серьезно. Потому что, ну ты сам видишь. 3. Влепил гаденыш все-таки, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Риск. Угу. Немножечко, немножечко, ребята, схандрил. Да. Уничтожит, к сожалению, мне Орхозавра он. Эдди Морфодону одним я, наверное, здесь ничего не сделаю. Потому что Пеликани... 163. Что это такое, а, ребят? Откуда вообще 162 уровень? Что, издевается, что ли? Я не могу понять. Откуда такие уровни-то взяли? Да, 392, ребята. Тут, если он по полной программе вмажет... А он вмажет, у меня крышка. Ну, не получилось. Что я могу сделать? Мне надо было просто против Раджастеги взять... Так, ладно, повторение мать учения, так говорится, да? Тони, выходи, пожалуйста. Здесь. Что так дорого это все стоит? И... Да, вот так вот сделаем. Поехали. Я буду мстить, и мстя моя жестоко, как говорится. Повторим? Повторим. На тебе. Пошиячен такой. Смачную. Будет меняться на Раджастегу, понятное дело. Такой деловой. Мы тоже поменяемся. Вот так вот сделаем. И... И защиту возьмем. Давай, давай, меняйся там, на кого ты будешь. На Топиелозавра, скорее всего, да? Так точно, он поменялся на Топиелозавра. Мы тоже поменяемся тогда еще разок. Раз-раз. Да, возьмет сейчас Раджастегу, да?
Блин, мы потеряли с тобой стегоцератопса. А нет. Пока нет. Я не знаю, может рискнуть все-таки бомбануть его. Раз, два, три. Давай я так все-таки сделаю. 6 очков действий. Сейчас возьмет этого топиелозавра. Да блин, что он творит? Я не знаю, ребят. Че, я рискую? Отлично, в минус его. Че я радуюсь? Я просто сейчас представляю, он сколько там? 8. Представляешь, 8 очков действий. Все в защиту. Твою дивизион 6 в защиту взял. Ладно. То кого, что ли? Погнали. Вырубим? Нет, не вырубим. Не вырубим, но он тоже меня не вырубит. Или вырубит. Не, он меня сейчас ушатает, ребят. Тут он меня, конечно, ушатал. Так, у него осталось, по-моему, 2 очка действия, я не знаю. Вот так попробуем. Да блин, вы серьезно что ли? Ну ёпарасоте, блин. Ну опять, ребят, нам крышка. Да что за днепруха-то, я не могу понять. Что за дела-то, блин? Не, друзья, я как бы не готов дальше продолжать это событие. За доллары. Я лучше подожду отката. Но вряд ли мы успеем. О, ускорить бесплатно. А вряд ли мы успеем, потому что... Работа, ребята, из-за работы. Я его пропущу просто из-за работы тупо. Ну да ладно, Велоцираптор мод 2, ну, не судьба мне его пока получить. Видишь, не дает мне этот Раджастега. Понабрали там себе супербизонов. Ну, а мы пока с тобой идем в кайнозойскую эру. Раз, два, три. Я и так, вон, из 500 долларов у меня осталось 200. Как бы слишком большие траты, оно того не стоит. Так, 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 так. Хм. Эндрикотери, да, 38 уровня, нормально. Атака неплохая, но хп мало, да? Можно поменяться, в принципе, и взять защиту. Сейчас будет меняться на этого. Или не будет? Будет. Так, атаковать не рискнул он, да? Ну что, влупим? Не, не влупим. Давай вот так вот сделаем. Блин, он сейчас поменяется. Он поменяется, друзья мои, на пса. Наверное. И пес. А, вон, он опять берет этого эндрикотерия. Кто знает, что, как тут лучше сделать-то? Влупить ему, не влупить? Давай влупим. И не прогадали. Он, естественно, очки действия перекинул. Саркастодон. 5 очков действий. Ну, ушатает, ушатает, ребят, понятное дело. Давай.
рычи там. Не удивлен, не на, не на йоту. Понимаешь? И опять рискнул. Так. Соточку мы ему всего оставляем. Поменяется вот на этого, скорее всего, сейчас. 4. Ага, вырубает все-таки. Четыре он, да, провел атаки. Значит, мы сделаем с тобой так. Раз, два. И вот так. Нет, 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 нет. Да что ж за серия-то у меня получается такая. Фейлюсь на пустом месте. Не почитал, не досчитал. Там... Ну да, что ему еще остается? Трэш какой-то просто. Да я расстроился из-за этого... Велоцираптор Мод 2, блин, из этого события столько денег слил и еще не выиграл. Как-то не пошла, не пошла битва. Вот что. Так, ладно, забираем с тобой награды. Так, нам нужно еще ПВПшки, да? Давай, погнали. Попробуем. Раз, два, три. Блин, я офигею, за то, что ПВП-шусь, я должен заплатить 5 долларов. Что за бредотня? Энталаракс. Да. О, Динотерий. 40-го уровня. Давай, потерпим. Давай не томи, уже там ходишь, шоркаешься. Почему он все время берет одну защиту, а? Почему он постоянно берет одну, блин, защиту, а? Сейчас будет все сливать, прикинь. Я не удивлюсь, если он сделает 5 атак. Ты хочешь сказать, что это случайность? Да кукиш с маслом — это случайность. Понимаешь? Кукиш с маслом — это случайность. Потому что компьютер прекрасно знает, что у меня и сколько у меня. Вот и все. Гигантский олень этот. Две атаки потратит. Всего лишь. Но, что хочешь сказать, случайность? Именно так все подрасчитано? Тебя умоляю. Да все, 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 Келлинген, мы тут с тобой сфейлились. Это у нас получается второй поединок. Немножко обидно. Ну как немножко? Офигенно обидно просто. Да давай ты уже ходи, ё-моё, блин. Тянешь там время. Чё, я не знаю, что это бот, ё-моё. Сидит там, дергается. Эх, хе-хе-хе-хе. Да. И нам нужно еще с тобой один раз сыграть. Да почему я должен 5 долларов-то за это платить? Я не понимаю, за то, что ПВП-шится. Да. Ну что тут у нас? Ну, тут, ребят, можно сразу сдаваться, потому что... Бесполезняк. Просто бесполезняк. 29-й, 32-й уровень. Нормально? Нормально. 186, да? Две атаки. Прощай, кранозаврик.
Будем по тебе скучать. Хочешь сказать, что вот это тоже стучались? Эх, 230. Оставляем ему 20 хп где-то, или даже меньше. 38. Твою налево. Поменяется, естественно, сейчас будет меняться. Опа. И ударит. И ударит, ребят, ну а как же. Как же не ударить-то, ё-моё. Естественно. У меня нет слов. У меня, друзья мои, просто нет слов. Все. Что-то вообще не... Нет, два поединка, два события мы прошли с тобой, зашибись. Но когда пошел вот этот вот мод 2, Велоцираптор, все, как будто отрезало. Как будто, ребята, отрезало. Так, ладно, забираем с тобой пак. Еда, еда, 40 долларов и еда. Блин, еще меня разозлило, что я не смог прокачать спинозавра сегодня. Я рассчитывал на это, видишь. Просто не хватает. И денег мало становится. Да. Обидно. Ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.